Всем привет! Приехали с напарником по команде в Яхраму готовиться ко второму туру Кубка Ротбак. Будем тренироваться, пробовать, посмотрим, что из этого выйдет. В один из погожих деньков конца августа я с напарником по команде Антоном поехали на канал имени Москвы неподалеку от города Яхрама половить рыбку. Ну, как половить? Потренироваться немного перед предстоящим турниром Кубок Ротбак 2018, второй этап, который будет проходить здесь во второй выходной сентября. На данном месте нам ловить уже доводилось в прошлом году. Здесь также были соревнования, организованные Дмитровским рыболовным клубом, где мне удалось войти в призовую тройку в личке, а вот командой мы выступили неважно. Но это были наши первые соревнования с Антоном в одной команде. Так что, как говорится, первый блин комом. Всем привет! Сегодня находимся на канале Москвы, в Яхраме. Тренировка первая. Ротбагу, кубку ротбага. И вот попался первый такой окунек. Зачетный, хороший. Зачетный. Спускаем. В этом месте канала вдоль берега выложена сетка, которая заметно прорезает коробки всех тех спиннингистов, кто решается на ловлю здесь. В прошлом году только за один день соревнований я потерял на сетке больше дюжины оснасток, а ведь была также тренировка. Судья! А, это я на камеру пишу. Антон спустя какое-то время, филигранно орудуя с мотаги мормышкой, начал полавливать окунишек. Не все, правда, были зачетные, но все же. А я, как ни пытался подобрать весом приманку, первую поклевку ощутил спустя, наверное, час безрезультатных попыток кого-либо поймать. Первый заброс, 2 грамма, типси. Не зачет. Пойдем спасать. О, поклевкой. Зачет, думаю. Зачет. Первый заброс. А знаешь на что? Цвет 22, что ли? А, цвет первый, оливка. А приманка Polaris. Ну что-то отдай. Тихо. Я думаю, на грани, но может есть. Перебас. Да. Десятка есть? Не. Визи. На-на-на-на-на. Визи. На-на-на-на-на. Давай, до встречи на соревнованиях. 3 часа пролетели как один миг на такой жаре. И подведя итог тренировки, можно сказать, что понимание акватории и предпочтение местной рыбки нам добиться не удалось. На соревнования будем экспериментировать, четкого плана и стратегии не выработано. Окунь клевал как на мормышку, так и на джиг. С переменным успехом, но все же основные рабочие веса 3-4 грамма. Воблера и блесна полностью игнорировались полосатым. Ну,
100 граммов, литик. В прошлом году свой результат я сделал 1,5 граммами и пассивкой. Что касается приманок, то поклевки были как на активные виброхвосты твистера, так и на пассивную резину. В общем, вопросов стало еще больше, чем ответов. Соревнования расставят все и всех по своим местам. До встречи, друзья! Вот тебя на соревнованиях с товарищами ждут.